На сайте документолог.com пройдите в раздел «Полезные онлайн-инструменты» и выберите «Подписать документ». Подписать и отправить документ контрагенту вы можете в 3 шага. Для этого прикрепите файл, который вы хотите подписать, подпишите с помощью ЭЦП, скопируйте ссылку на документ и отправьте контрагенту, либо поделитесь ссылкой в социальных сетях. Ваш контрагент также может подписать документ своей ЭЦП. Вы можете скачать документ с квитанцией о подписании и проверить факт подписания документа. Как видим, документ подписан обеими сторонами. Подписывайте документы быстро и легитимно.